хоть горят, тут ягодки отходят. Ну да, как бы уже они, но зато они самые вкусные. Тут маленький такой ягодник. Но все равно есть. Сейчас сниму вам ягодник. Хотя, извините, уже... Вот видите, все краснеет. Это все ягоды. Хотя 15 июля они, в принципе, отходят. Ну, покушать хватит. А сладкие... Это лесоохрана. Кстати, мы ехали и видели пожарников, пожарные машины. Ну, я надеюсь, у нас ничего тут не горит. Жалко такую красотищу ведь. Там что-то говорят, Европа, Португалия, там вся выгорает. На нижней ТНТ дорога получше, конечно. Ну как, относительно. На камешки не стоит тоже наезжать. На такие сильно. Мы один раз свернули себе подушечку коробки. Это очень печально для Приоры. Накормила нас полянка сейчас земляникой. Хотя говорят, это говорят не земляника, а лесная клубника. Но обязательно сейчас я уточню. Я там цветочек снял. И ее снял и уточню в определителе. Это будет дома. Тут интернетов нету. Вот на долина, где эти нижние ТНТ, где Шибендыкуль, речка плотиной загорожена и образовалось замечательное озеро. Тоже люди приезжают, отдыхают, ночуют. Хотя я лично что-то, наверное, не смогу ночевать в палатках. Что-то не для меня это. Но земляника была высшая. Она уже отходит, конечно, уже все. Но зато нету таких маленьких. Знаете, когда собираешь, там маленькие. А тут все уже, все готовые. Все ягодки, все спелые, все вкусные. У меня даже оскома уже. Вот машина тоже бедная едет, снабженческая. Мостик вот этот тоже, он опасненький. Но если я такую машину выдержал, то у нас, конечно, выдержит. Уже. Но мостик тут главное не съехать в сторону. Вот или хлеб везет, или... Ну, хлеб, наверное, 100%. Там. Ну, зачем там вам напитки? Да, хлеб нужнее. Хлеб всему голова. Еще вот лужицы бывают такие опасные. Ну как бы по краешку, конечно, я думаю, все будет нормально. Здесь тоже, кстати, очень много лаванды. А может, не лаванда это? Но пахнет как лаванда. Ну и вот, ну, показалось озеро Нижний ТНТ. Естественно, место силы, естественно, аэродром для инопланетных тарелок, НЛО всякие, они же любят приземляться в озера, чтобы знали. А вы не знали? Ну так знайте. Ну и, соответственно, если вы тут немного отдохнете, главное, чтобы только не сорить. Не сорите. Там вот здорово написано на верхней, я забыл вам снять, такая табличка. Не сорите, а то останетесь без денег. Как-то там в брифе было сказано только. Странно, это наши же? Нет, наши там списки. Да? Еще, по-моему, там детдомовцы были, да? Ну, из детского дома отдыхали как-то. Да, из детского дома там детишки отдыхали. Мы конфетками угощали. Ну вот, это наше. Вроде как. Место, о, мы приехали. Мы все время приезжаем, все занято. А теперь, ребята, смотрите, 8 часов утра, ну 8:30. И все свободно.
Слава богу, все хорошо. С мусором, в смысле, его нет. Но, наверное, все-таки убирается, наверное, из дома отдыха приходят. Ну и люди более-менее ответственные, только башмак оставили. Вот подходите так к озеру. Инопланетная тарелка вот тут где-то приземлилась. Одно мельчало. Ничего оно не мельчало. Мне кажется, больше. Нормальное озеро. Пробуйте водичку, она, естественно, прохладная. Но купаться можно, если осторожно. И загадывайте желание. Вон, видите, люди уже там с палатками. Вон, даже слышно, что они говорят. Там музыка вот играет. Придется переозвучивать. Но вода еще холодная. Солнце просто вот так уже. Стало светить в машину. Придется нам машину переставить. Вот по такие звуки неплохо было спать. Естественно, мы заснули. Тут даже, вот смотрите, это что это? Это мусорка здесь. Да. Это мусорка.